Всем привет, меня зовут Олеся Алексеевна, а фамилия моя слишком известна, чтобы я вам ее называла. Я главная здесь, по всей сетке. Я работаю врачом-терапевтом, помогаю людям сохранять зубки, лечить кариес, делать профгигиену. Если я скажу, что я стала стоматологом, потому что я люблю деньги, я стала стоматологом, потому что меня мама заставила. Я вообще не прогуливала пары, ни одного экзамена не купила, ничего не купила. Мне все нравится в моей работе, реально. Но максимум, если пациент пришел и лук поел с чесноком. Я тоже ем лук перед приемом. Я больше всего кайфую от каналов, от лечения каналов, когда ты, пациент лежит, ты над ним приготовился, и у тебя монотонные движения, пациент спит, и ты как будто бы играешь на каких-то инструментах, ты дирижируешь. Камчатка – это вообще кайф. Это моя родина, где я родилась, выросла. Я вообще фанат России. Путин. Я до какого-то времени боялась стоматологов и лечила себе зубы через зеркало. Я себе как-то налечила на огромную кисту зуб. Вот. И потом я только доверилась одному доктору. Он и показал, как можно спать на приеме у стоматолога, спокойно доверяя доктору. Точно так же я работаю. Все трусишки, они все у меня. Алиса Алексеевна, а что это такое? Это, в общем... Если вдруг вы решили пропустить прием, помните, что я занимаюсь боксом. Или кого-то анестезия не взяла, они вообще прекрасно помогают. Это все вырезать надо. Вырезаем все.